Российскую эскадру берегов Сирии усилит новейший ракетный фрегат «Адмирал Григорович». Боевой корабль вышел сегодня из порта Севастополя. Ожидается, что он присоединится к группировке военно-морского флота через двое суток. Фрегат станет основой противовоздушной обороны. Он оснащен ракетами типа «Калибр», причем разных модификаций. Он может уничтожать как надводные, так и наземные цели.